маленький зеленый кролик. Это мой посланник был. Ко-ко! 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 Я думаю, нам нужна операция. Точно, надо прооперировать. Нужно хорошо подготовиться. У вас есть инструменты? Надо сходить на кухню, найдем. А, подойдет такое? Зима крайне агрессивна. Пытается нас заморозить и засыпать снегом. Но у нас же есть варежки. Без гигиены никуда, номер два. Да, уважаемый коллега. Ой, гигиена крайне важна для операции. Уже хорошо, достопочтенный номер один. Уже хорошо, многоуважаемый номер два. Но чего-то не хватает. Я тоже думаю, что у доктора еще что-то есть. Теперь мы хорошие настоящие доктора, номер два. Даже лучшие доктора, чем сами настоящие доктора, номер один. Я номер один, поэтому я буду врачом. Я номер два, поэтому буду ассистентом, уважаемый. И запомни, номер два. Вино-то не кашлять во время операции. Ага, и плеваться тоже нельзя. Номер один, а крови много будет? А то я крови боюсь. Не бойся, от вино-то вряд ли. Ну что, приступим? И теплые носки. Зима крайне агрессивна. Thank you.